Международный круизный клуб «Инкрузес» предлагает классический маркетинг-план с четко прослеживающейся системой мотивации. Членом круизного клуба считается любой совершеннолетний человек, заполнивший регистрационную форму и оплативший свой первый членский взнос $100 США. Принять участие в партнерской программе член клуба может только после активации партнерской лицензии на первый год в размере $195. Таким образом, член клуба, оплативший партнерскую лицензию, будет называться у нас VIP-партнером. Начиная со второго года, размер партнерской лицензии уменьшается до $95 в год. Сразу после оплаты вашего первого членского взноса ваш круизный счет пополняется на $200. Круизный доллар – это запатентованная валюта компании, потратить которую можно только на покупку круизов. Дата оплаты вашего первого членского взноса становится датой начала вашего личного месяца, а также днем пополнения вашего круизного счета. Каждый месяц в этот день вам будет выставлен счет в размере $100 США, при оплате которого ваш круизный счет будет пополняться на $200. Своим партнерам круизный клуб «Инкрузес» предлагает 5 видов бонусов. Два из них выплачиваются круизными деньгами и 3 – живыми долларами на карту MasterCard системы Pioneer. Итак, рассмотрим их по порядку. Безоплатное членство. Это программа, позволяющая вам перестать платить ваш ежемесячный членский взнос. С того момента, как лично вы пригласите 5 членов клуба, вам больше не придется делать ежемесячный взнос на свой круизный счет. Круизный клуб каждый месяц будет сам пополнять ваш круизный счет на $200. Каждые 3 новых члена клуба, приглашенные вами лично в свой личный месяц, добавят вам $100 на ваш круизный счет. Таким образом, вы ускоряете накопление нужной суммы на своем круизном счете. Мгновенный бонус. За каждого лично приглашенного VIP-партнера в течение календарного месяца вам начисляется бонус от 50 до $150 США. Мгновенный бонус выплачивается в течение суток с момента начисления. Пассивный или остаточный доход. Вам достаточно быть безоплатным членом клуба и иметь в вашей личной команде одного безоплатного члена клуба, чтобы начать получать по $5 от каждого членского взноса в вашей структуре до 5 уровней включительно. Даже в случае выполнения задачи минимум, достижения безоплатного членства всеми участниками вашей команды, остаточный доход составит около $20 000 США. Если же вы, к примеру, пригласите не 5, а 10 партнеров, эту сумму можно удвоить и даже утроить. И, наконец, лидерский бонус. Лидерский бонус вам начинают выплачивать с того момента, как ваша команда увеличится до размеров 30 членов клуба и будет составлять фиксированную выплату $500 США. Как только в вашей структуре будет 100 человек, выплата увеличится до $1000 и так далее. Лидеры, находящиеся на самой вершине лидерской лестницы, помимо фиксированной выплаты в $55 000, получают долю от 5% мирового товарооборота компании. Условия получения и выплаты лидерского бонуса. Первое. Учитывается товарооборот всех членов клуба на всю глубину структуры. Второе. В зачет идет не более 40% квалификационного объема с одной даунлайн-ветки. Третье. Лидерский бонус выплачивается в первый день месяца, следующего за расчетным. Помимо основных бонусов, компания щедро поощряет новичков за быстрый старт. Так называемый круизный или стимул-бонус предусматривает возможность получения каждым новым партнером компании одного или двух мест в двухместной каюте на так называемый спонсорский круиз. Итак, условия получения круизного бонуса. Первый вариант. Пригласите 7 VIP-партнеров за первые 60 дней и получите одно место в двухместной каюте в спонсорском круизе. Второй вариант. Пригласите 14 VIP-партнеров за первые 60 дней и получите полностью двухместную каюту в свое распоряжение. Возьмите с собой в круиз кого-нибудь из близких или партнеров. И последнее. Как же вы можете потратить свои круизные доллары? Система клубного членства предполагает, что чем дольше вы являетесь членом клуба, тем больше привилегий вам предоставляется. Так, при бронировании круиза в первый год членства вы можете потратить не более 60% своих круизных денег. Во второй год не более 70% и так далее. Начиная с 5-го года все ограничения снимаются. При этом количество бронируемых круизов в году не ограничено. Второй вариант. Если вы достигли безоплатного членства и продержались на нем не менее 3 месяцев, вы можете забронировать один круиз в году, используя 100% своих круизных долларов. И, наконец, достигните первого лидерского статуса маркетинг-менеджер, это 30 членов клуба в вашей команде, и получите право тратить все 100% своих круизных долларов на бронирование круизов без ограничений. Желаем вам успехов вместе с круизным клубом «Инкрузес». Здравствуйте, уважаемый зритель! Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху,
по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей, которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата. Ссылка для бесплатной регистрации находится под видео. И затем я с вами свяжусь. До встречи!